Рано утром 17 ноября в Омском аэропорту ждали нашего легкоатлета Александра Работницкого. Он возвращался с чемпионата мира, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот мировой старт стал для него третьим в карьере. Первый раз это было в 2013 году в Лионе, потом в Дохе. В Лионе старт был неудачный, он не закончил дистанцию, сошел с нее. Тогда еще был молодой, неопытный. В 2015 году на дистанции паралимпийской 1500 метров он был бронзовым призером и 800 метров выиграл. В этом году была проделана огромная работа, большая. Учебно-тренировочный сбор в Киргизии был в августе месяце. В сентябре мы готовились к чемпионату России по кроссу. В октябре мы были в Алма-Ате уже на беговой дорожке. С ребятами, спарринг-партнеры были хорошие у него. Уровень физической подготовности был хороший, очень хороший. Результат был на том же уровне примерно, как и в Дохе он пробежал. Но здесь была чисто тактическая борьба. Здесь бежали не на результат. Был американец, который имеет результат 3.45. У Саши в этом сезоне 3.52 было, он в рейтинге был второй. Но забег провел просто тактически грамотно. Практически сразу после старта Александр перебрался на третью позицию и уверенно держался на ней большую часть забега. На втором круге Амич был вытеснен из числа лидеров, но на последнем отрезке сумел резко ускориться, обойти соперников и удержать лидерство до финиша. В итоге Александр Работницкий стал обладателем золота на своей коронной дистанции 1500 метров. Результат омского атлета – 3 минуты 57 секунд. Ставил задачу длинным финишем за 500 метров, но в результате получилось так, что вошел в коробку. Но и надо было как-то выходить за последний круг. Вот. И в результате на работах мы работали, чтобы скоростную подготовку увеличить, и благодаря чему мне удалось за 300 метров сфинишировать сильным финишем. Эмоции были невероятные, потому что это, видимо, в моей карьере, наверное, самая такая значительная медаль, которая вот шел к ней очень долго, надеялся и верил в то, что все будет хорошо, что вот и как раз у меня так случилось. Вот. Эмоции бешеные были, конечно. До сих пор еще маленько не понимаю даже, что произошло. Вот. Но потихоньку уже осознаю то, что стал чемпионом мира. Также важно отметить, что благодаря победе на чемпионате мира Александр Работницкий завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх в Токио.